Друзья, всех вас приветствую. Сегодня я представляю вашему вниманию Largus, да непростой каблучок, коммерческая техника в максимальной, как по мне, комплектации. Выражаю благодарность автосалону Авториал 16 за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально вместе с вами рассмотрим экстерьеры и интерьеры этого автомобиля. Вот такие ключи, выкидной ключ, так он открывается, так закрывается. Посмотрите, ну прям для коммерческой техники это шикарно, как по мне, состояние просто идеал. Пробег 17 тысяч, такое ощущение, что вообще не эксплуатировали, там два раза в пекарню свозили хлеб, пару батонов, и все, друзья, вот он в первозданном виде, Lada Largus. Даже указатели для поворота диодные, смотрите, с надписью Lada. А уж в салоне-то там что творится, уф, вы посмотрите, мультируль, подогревы сидений, мультимедиа, AUX, USB. Вау, вот это, конечно, коммерческая техника. Здесь шестнарь 1.6. Запускаем силовой агрегат. Так, 17 тысяч, как видите, вот 17322 километра в данном случае. Так, выключаем музыку. Так. Все отлично, запуск идеально. Смотрите, какая приборка. Здесь дефлекторы, центральный замок. Сразу борт прям слышно, как закрывается. Здесь такой пластиковый вкладыш даже здесь отдельно есть. Какой-то суперлючок, видимо, интерком для общения. Руль пластиковый, но есть даже перфорация. Вот такая пластиковые вставки под металл. По высоте регулировка есть. Дальше закрываем это все дело. Такой гудок, круиз-контроль, ограничитель, лимит. Память, скорость управления для мультимедиа, голосовые команды, смена источника. Давайте включаем фары, противотуманный фонарь, дальность от фар, как обычно, аварийная сигнализация, Bluetooth поддерживает систему, как на ножках. В общем, здесь все. Здесь тоже кондиционер есть, рециркуляция вот такая, хром, подогрев сидения, аж 3 ступеньки, представляете себе, даже заглушки, ну, не для вентиляции же, конечно. Розетка, ручник, электрорегулируемые зеркала, все прекрасно работает. Не сказать, что какой-то прям суперспартанский интерьер, ну хорошо все сделано прям. Действительно, 21 года такой Largus, такой вот каблучок, такая коммерческая техника. Ткань мне понравилась классно. Здесь, пожалуйста, подстаканник у вас. Ну, прям максимально много места. Ну, сносно, сносно. Действительно, вот здесь уплотнитель, конечно, не презентабельно торчит, состыковка, да, но от этого уж никуда не деться, как есть. На это сильно ругаться не будем. Здесь регулирование угла наклона фар, открывание для капота. Здесь предохранители находятся. Вот сюда они спрятались. Выводятся вот здесь. Рулежки тоже стоят. В основном это, конечно, твердый пластик. Сидушки удобные, на удивление. Largus коврики тоже по высоте спинка. В продольном направлении все гуляет вот таким образом. Ну, посмотрите, вот концевик. И вот он, штыревая антенна. Пожалуйста. Здесь уже, как видите, вот сколько места. Предостаточно домкрат, буксировочная сетка, инструменты. Вот здесь аж подсветка. Вот он. По грузовой части. Прям все можно просунуть, если захотите. Все слышно будет. На зиме он, кстати, Pirelli. В данном случае 185 на 65 профиле. 15-е стоят. Вот такая шумка. Ну, слушайте, вот для такого, можно сказать, каблучка, фургона. Прям класс. Можно дополнить до оснастить дополнительно фонарь поставить, если захотите, конечно же. Распашные двери здесь. Так они открываются. Тоже можно зафиксировать. И уже снаружи здесь ручка, которая обеспечивает доступ. Вот смотрите, сколько места. В этом ценовом диапазоне сейчас сложно что-то найти, если только бэушки смотреть. Вот новое, из каблучков, из таких фургонов. Вот, среднемалое предпринимательство, прям сложно представить. Я уж не знаю, что будете возить в этом разведчике, но фантазия может максимально разыграться. Вот такой здесь кузов. Закрывается. Ничего сложного там нет. Lada Largus, как видите. Левый борт украшает надпись Lada в хроме и правый Largus. Давайте нижнюю часть посмотрим, подвеску. Сзади идет
новое авто, вообще не придраться абсолютно. Нет моментов, на которые обращаешь внимание и там говоришь, что здесь какой-то дефект. 92-й спокойно потребляет. Здесь у нас, как понимаете, из металла все. Пожалуйста. Даже все красиво сделано. Вкладыш такой. Приятно все это. Очень сложно поцарапать материал. Дополнительно можно сделать защиту. Прекрасный. Вот, со стороны пассажира. Здесь бардачок, руководство по эксплуатации, все необходимое, еще дополнительный полк, сюда можно что угодно поставить, регулируется подголовник, ремень безопасности, ну прям очень комфортные сидушки, похвалю, для коммерческой техники, для такого фургона, это прям, ну, существенный, можно сказать, прорыв даже. Указатели для поворота вот диодные, так все складывается довольно быстро, без сколов, без дефектов у нас здесь все тоже, передняя часть, только ощущение, что не катали вообще. Рома предостаточно. Давайте посмотрим, что там под капотом, как работает силовой агрегат. Вот так все здесь устроено. Ровненько. АКБ у нас на 62,5 часов стоит. Жесткость для гидроусилителя руля на шагу уходит уже под разбор. Сюрприз. Закрывающая жидкость здесь у нас. И уплотнительная резинка. Ну что ж, хороший тяговитый мотор. Тащит этот кузов как надо. Топливная экономичность порадует. У вас даже нет необходимости переводиться. Автомобильное газобаллонное оборудование, это радует. Давайте нижнюю часть рассмотрим. Клиренс где-то под 180 мм, ну там плюс-минус 78, 180 мм. Давайте нижнюю часть рассмотрим. Рефлектор, здесь, как видите, галоген. Прям без сучка, без задоринки этот автомобиль. Я думаю, кто заберет вот свои конкретные цели, извлечение прибыли, то не ошибетесь. Это определенно с таким Ларгусом. Все очень качественно сделано. Настоящая рабочая лошадка на повседнев. Как звучит? Здорово, здорово звучит. Класс. Порт компьютера здесь. Две кнопки для управления. Все это необходимое. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Берегите себя. Всем хорошего настроения. Адьос.